Добрый день! К вашему вниманию очередная задача от клуба дорог. Разрешено ли водителю легкового автомобиля выполнять обгон в данной ситуации? Нам предлагают следующие варианты ответов. Разрешено, запрещено, разрешено, если обгон будет завершен до железнодорожного переезда, разрешено, если обгон будет завершен за 100 метров до железнодорожного переезда. Решайте задачу, а время пошло. Время вышло, приступаем к разбору задачи. Первоочередным требованием для совершения обгона является то, что водитель не должен создавать помех встречному или обгоняемому автомобилю. В данной ситуации будем считать, что водитель легкового автомобиля, выполняющий обгон, никому помех не создает. Нам с вами необходимо разобраться, разрешает ли ему этот участок дороги выполнять обгон. Данная комбинация знаков предупреждает водителя о приближении к железнодорожному переезду и устанавливается за 150-300 метров до переезда. Дистанция, казалось бы, достаточная, но правила дорожного движения запрещают выполнять обгон на железнодорожном переезде и 100 метров перед ним. Соответственно, водитель легкового автомобиля не нарушит правила обгона, если за 100 метров до переезда успеет завершить обгон. Ведь на совершение данного маневра у него осталось, возможно, всего лишь 50 метров. Правильный вариант ответа номер 4. Если обзор данной задачи был вам интересен, то ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь с друзьями и комментируйте. А я на сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч!